Друзья, с добрым утром. У нас тут такой бардачило. Привет! Мама, как всегда, раньше всех встает. Друзья, приветики, всем доброе утро. Добро пожаловать на наш канал. Доброе. Ну, пока я могу сказать, что я выспалась, хотя уснуть было довольно тяжело от этой вот, как Эмилия ночью сказала. Ночью ломился к нам кто-то два раза. Да. Там что-то, Марианна! И такое чувство, что кто-то в коридоре падал несколько раз. С таким грохотом еще. Где-то можно так упасть, там стены есть. Покажи, у нас уже рассвет. Смотри, уже там так классно. Между островов. Очень красиво. Между островов. Рассвет очень классный. Очень еще было красиво. С 11 этажа. Больше полуночи он шел так тихо, что качка вообще не ощущалась, и ни моторы не работали. Ну, только что вибрация была. Как Эмилия сказала, бесплатный массаж. Да, и бесплатный массаж. Чем массаж был вчера, да? Ночью не было даже вибрации. Я думала, что мы стоим, он шел очень тихо. Мы сейчас идем в ресторан Тавалата завтракать. Уж видите, куда я тебе говорю? Какая красотища. Давайте. Так, а где тарелки брачили? Где тарелки-то брать? Ты мне сказал? Вон тарелки там. Да. Ну что, Пупу? С добрым утром. Ням-ням. Друзья, главное кушать очень аккуратно, потому что скоро нам идти в музей, обожраться нам нельзя. А то наешься, и будет катастрофа. Ты про себя говоришь? Да. А что? На сон потянет. Спать захочется, двигаться не сможем. Кофе сейчас надо дрынкаем. Да. Да, Инечка? Вкусно? Вкусно? Очень. Шампанское безалкогольное. А можно после завтрака пойти в детскую комнату? Она закрыта, наверное, еще все спят. Балтик Принцесс поехала. Сиви Лайн тоже. Одной рукой в Инстаграме, одной рукой в тарелке, а третьим глазом она в окошко смотрит за детьми. Я супер мама. Да, супер мама. И безалкогольное шампанское еще одна рука. Да. Колбасоньку кушаешь? Тоже такой, знаешь, этот круассан. Что мы сейчас есть, да? Что мы сейчас есть? Колбасонька, шоколадка. Сиди, не балуйся, иди. Да. И еще ножик. Вон ты. А папа твой ножик забрал, на. Мы пришли с завтрака таким, очень вкусно покушали. Конечно, это колбасы. Колбасы. Это имел сардельчики. Сардельчики. Очень вкусно, очень хороший ресторан. Кофе приносят, на стол наливают, все за тобой убирают. При входе вот мы взяли безалкогольное шампанское, можно было взять алкогольное, ну как-то с утра, знаете. Будильник работает. Да, будильник нас сегодня разбудил. Погода обещает быть классной, смотрите, на небе нету даже облачка, там чуть-чуть где-то вдалеке. Вот там. Так что облачко. Да. Завтраком мы тоже остались довольны. Сейчас уже мы где-то через час причалим и будем выезжать тогда уже. Мы вчера купили кока-колу. Нам попался зайчик с такими ушками. Вот такой. Вот такая бутылочка. Такое послание. Угу. И пиццок. И шарик. Ну и с адресом своим Лего. И пушистик. Угу. Пойду я покормлю водой. Сандру надо срочно стричь. Сандр, ты наелся? Я шокирую. А Сандр у нас такой едок, что... Эмич, а ты чё? А, теперь это куклу уже кормит с утра пораньше, да? Каждого свои заботы. Так, а чё у нас в окошке? Да, красота. Повезло сегодня ночью. Ой, смотрите, солнышко встает красиво как. Сегодня ночью тишина, синее небо было. Это закат? Это восход. Смотри, Юль, прям солнышко встает, как поймали момент. Как раз с высоты птичьего полета прикольно смотрится. Вот сейчас там просвет будет, сейчас между двух островов. И там, наверное, сейчас будет вообще красиво смотреться. И куколки лолыша бесплатно душ. Душ. Полный комфорт. Скоро должны прийти уже.
Как сказал Сандра, ни хрена себе. А вот это Швеция. Машина, говорит, едет. Это я говорю. Жаль, там на маленькие чички. Чички? Это чички маленькие. Чички. А снега? Это чички. Это чаечки. А что снега нет? Надо переодеваться и выгружаться. Друзья, мы выехали. Без маленького ЧП не удалось. Да. В самый неподходящий момент мне пришлось вернуться в номер. Пока я приходил туда-сюда, уже все уехали. На Юльку докричали, что не едешь. Она говорит, как я еду, шофера нету. Ну, у меня были ключи, я отъехал в сторонку. Ничего, выехали последними с фурами вместе. Ну, у нас без ЧП не бывает, мы же особые. Вот. Он такой еще номера посмотрел, знаешь, это на каком языке, видимо, разговаривать со мной. Ага. По-русски с нами. Чего? Так, друзья, погода у нас примерно такая же, как и в Финляндии. Плюс 5, снега нету вообще. Ты вообще-то говорил, минус 2 будет. Вы в Финляндии. Да? Да. Солнышко, ветра особого никакого нету. Едем мы в музей. Я думаю, что мы с 10 мы как раз спокойно доберемся до туда сейчас. Здесь пока особо ничего интересного нету. Шведские номера с буковкой S. Теперь я знаю, как они у нас выглядят. Помню. Вот это футбольное поле, точно. Как помню. Мы по нему пёрли? Тут еще камни должны где-то были стоять. Вот эти камни, вон они, с той стороны. Да-да-да, горки, точно мы здесь были. А как вспомню, это ужас был. Фокусируется у меня. Это 6 километров надо было нам пешкарусом до этого. И плюс к тому, мы еще не знали вообще, где это находится. Мы до туда доехали нормально. Мы туда доехали с центра, а обратно мы уже решили пойти пешком. Это сэкономить. Было что-то с чем-то. Вот мы отсюда, вон эти камни. Да, необычно, конечно, архитектура отличается. Уже немножко не как не родное. Это другие надписи, уже чувствуется все-таки, да, уже другая страна. Хотя и соседи. Вроде как и тоже скалы везде. Но все равно уже чувствуется не свое. Но, кстати, чисто довольно. На улицах убрано. Все чисто, опрятно. Парковщики он ходит. Наверное, это парковщики, я так понимаю. По надписи, да, скорее всего. Так, нам направо? На втором. Надписи, конечно. На втором? На втором. Так, нам тут как ехать-то? Едь. А, нам направо тут можно. Ой. Довольно красиво. Да. Архитектура здесь такая уже покрасивше. Покрасивее такая, более скандинавская такая, наверное. Хотя, насколько я понимаю, мы где-то тут уже в центре города находимся. Мы сейчас в Стокгольме, правильно я понимаю? Мам, мы в Стокгольме. В Стокгольме некрасиво. Вон полицейская машина, как выглядит, смотрите, дети. Какая красная. Да, такая цветная вся. Вот это я так и понимаю, что это Нордскас музеет. Ой, шведский, смотри, впереди. Это Шведский национальный музей, я так понимаю. Солнышко такое яркое, прямо в глаза ничего не видишь. Куда нам ехать? Направо тут. И тут направо. А вот музей-то, мы и приехали. Ну мы стоим. Да-да-да, помню, это здоровое здание, это и есть музей. Тут еще должен быть конус лодки какой-то, как это. Так, вон парковки, смотри, Васа Музе. Да, мы в Васа. Друзья, мы на месте. За парочкой у нас вышло с парковкой. Короче, парковочный аппарат стоит, выбор языка. В принципе, то же самое, как и в Финляндии. Вводишь номер машины, все нажимаешь, окей. Там язык был английский, шведский, там, ну, финского ничего такого нет. Вот. Выбрал на 2 часа. Час стоил 45 крон. То есть это где-то 4,50. Я взял на всякий случай 2 часа. Нажал, все подтвердил. Он написал, все, связь с банком, все, оплата произведена, я оплачивала финской карточкой банковской, вот, и что? Говорит, вытаскиваю карточку, вытащил карточку, стою, жду чек, ни ответа, ни привета, он remove card, ни ответа, ни привета, думаю, что-то, наверное, рано выдернул, вставляю по новой, по второму кругу зарядил туда 90 крон. Все, вытащите карту, вытаскиваю. Да елки-палки, чека-то нету. Да что за фигня такая? Стоял, ждал, пока следующие пришли точно так же. Вставили, оплатили и даже не смотря уходят. Понятно. Короче, два раза заплатил, не знаю, сниму два раза или один будет видно. Приключения продолжаются.
дно мы смотрим. Да, кстати, мы... А? Ого, вы посмотрите, мы попали в страну, где... Так, смотри, машина. Ага, двигаются, они еще и в бинокле рассматривают нас. Прикольно сделано. Да. А мы уже приехали к музею. Вот это здоровенное здание, это и есть музей. И ошибочка. Это, оказывается, национальный музей. Это не Васа. Да, мы перепутали. Вот. Вот напротив Васа. Вот эта вот маленькая непонятная построечка, это и есть Васа Мусет. А там акулы будут? Акул нет, здесь корабль стоит. И все? Да. Но это такой настоящий корабль. Конечно, так что я думаю, сразу тебе идти в машину надо. Я куплю новый пришли. Брелок. Да. У меня же старый брелок. Короче, это магазин? Да. Магазин, да, с этими сувенирами. То это потом пойдем, Сан. Да. Сначала билеты купим. Ой, друзья, на улице такой дубень, офигеть. Ну, ветер, поэтому кажется, что... Оказалось, да, тепленько, хорошо. Фиг-то там. Пока дошел до сюда, у меня уже уши отмерзли. Студенты 110. Так, от 0 до 18 бесплатно. Вот это офигенно. Вот это уважуха. Короче, я заплачу 110, Юля 110, я 130, 240, это 24 евро. Нормально, легким испугом. Расстегнитесь, здесь тут не так жарко и не так, вернее, холодно здесь. Ну что, друзья, заходим мы в царство пиратов.